Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Сталкер Чистое Небо. Итак, вы написали в комментах, что нужно было, короче, погоди ты, нужно было всего лишь подождать. Не понял. Не понял. Так, отразить чисто не понимаю. Захватить, держать объект своим контролем указанным. Указанный объект. Ёпти, ёпти, где? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. В борщ там кому-то. Тихо. Лежать. Так, а я взял там какие-то другие патроны еще. Нужно было, короче. Погоди ты. Нужно было всего лишь подождать. Мы хорошо укрепили свои позиции на болотах. И теперь сможем дать настоящий отпор всем, кто к нам сунется. Следующая наша цель. Главная база ренегатов. Не понял. Не понял. Так, отразить чисто не понимаю. Захватить, держать объект своим контролем указанным. Указанный объект. Ёпти, ёпти, где? Воу-воу-воу, стреляешь-то всё, в кого? Тебе нужно что, сталкер? Привет, сталкер! Я тебя слушаю. А чё напали-то так, Окей, вы вообще, вы написали, короче... Чё я могу... Необходимо заходить и держать под своим контролем указанный объект. Привал на бревне. Все объекты. Вот я принес, что просил. Так. Не бежим, не бежим. Ну что, пошли? Раз надо, значит надо. Ну пойдем. Че вообще происходит? Я да бляха! Красавчик взял меня, скинул. Короче, вот. Они мне не дают договорить вообще все. Вы говорили, вы сказали в комментах, что да в смысле я не могу залезть теперь? Ха-ха-ха, выпустите. О, отлично. Короче, вот. Вы написали в комментах, что нужно было всего лишь, короче, подождать. Подождать на этой насосной станции подкрепления. Ну, как видите, подкрепление совсем не то пришло, короче. Подкрепление бандитов пришло. Я как ренегатов. Ренегатов пришло подкрепление. Окей. Так. Расчистить дорогу сгоревших хутор. А куда мне надо бежать-то? Расчистить дорогу сгоревших хутор. В смысле? А у меня же задание-то какое-то там нет. Так, это захватить ферму. Это основное, наверное, задание, да? Захватить ферму. Вот. КПК так. Захватить привал на бревне. Привал на бревне, вот. А куда я тогда побежал? Я захватывать ферму побежал. Так, а мне нужно привал на бревне. Как ее выбрать? А, я все правильно бегу, чё? Чего вы меня путаете-то? Тихо. А, желтая стрелка, короче, это у нас этот основное задание. Мое задание вот такая вот прозрачная там стрелочка на радаре, которую еле-еле видно. Вот, все, теперь я понял. Так, мне теперь надо как-то попасть. Сегодня мы еще с вами планировали взять, сходить в детектор Велес. Вот, сейчас, короче, мы выполним вот это задание и пойдем. Ничего, что я по болоту, да, хожу? Не всосет меня? Так, ладно. Ну, в принципе, я вот на месте. Сидим, ждем. Я, короче, это помог.
Смотреть в оба! Так, жрачка, хорошо. Кстати, вы писали то, что здесь... Пацаны, вы что, поссать ушли или что? Здесь, короче... Нет, вот кошка что-то бегает. Здесь, короче... Пацаны, мы тут в непонятках, вы где вообще? Убралась такая функция, как голод. Так, это я все забираю. Всем быть начеку. Думаю, они еще могут напасть. Держать оборону. Так, ну мы еще, да, отразить контратаку. Ждем, короче. Вон, контратака идет. Контратака идет, да. Смотреть в оба. Так, пусто это я взял. Осмотрел. Так, этих я осмотрел тоже, да? А нет, тот батон. Могут новые появиться. Патроны не взял. Где же вы, гады, лазите? Да вон они в обход, короче, пошли. Короче, они пошли в обход. Давайте-ка пока здесь осмотримся. Так, сидим, ждем. Так, я хотел посмотреть, как у меня это. Почему у меня не выбираются другие патроны для ружья? Смотри, у меня вот есть... Или к этому ружью не подходит? Нормил спаса 14. Так, сидим, ждем. Враг. Враг, враг, враг. Как тебе сволочь? Вот так. Кушай, скотина. Будешь знать. Так, ну это, я думаю, на ближний бой надо, да? Давайте, короче, спекали попробуем. Кстати, смотри, это прицел, да, по-другому стал, не так, как в Чернобыле. Спасибо за помощь. При случае загляни на базу. С нас ведь причитается. Все отлично. Все отлично. Расчистить сгоревший хутор. Еще одну атаку отбили. А, захватить ферму, это вот основное, а расчистить, понятно, это дополнительно. Так, получить награду, усовершенствование, вернуть КПК. Да, кстати, КПК вернуть. Вернуть КПК. Пошли, возвращать КПК. Ну, я думаю, это еще актуально задание, потому что... Я так думаю, что... Так, наверное, спрыгнуть... Я думаю, что если чувака того убили, кто нам давал задание, то оно бы провалилось. Как бы, да? А, ты смотри. По болоту идешь, радиация возрастает. Окей. Включаешь... А, тихо. А что я хотел? А, ружье я хотел взять. Я хотел взять ружье. Так, а где это? Чё это? Проводник? Тихо, тихо! Падла напугала. Так. Ух ты, смотри, а еще тайнички. Надо вот по тайничкам как-нибудь сбегать. Так. Вот здесь, судя по карте, здесь у нас свои. Судя по карте, у нас здесь свои. Эх, не пролезть. Толстый стал. Хорошо. В тенях Чернобыля, по-моему, в таких ящиках мало чего давали, да? А тут смотри, прям и аптечки, и патроны. И вообще все. Здорово. Привет, сталкер, что скажешь? А. Понятно.
Здорово. Так, чего здорово. Тебе, сталкер? Да я тут мимоходом, короче. Я тут мимоходом. Так. Давайте-ка мы с вами порыскаем у них, короче. Может, что интересного? Ящички всякие поразбиваем. Может, что интересного у них есть? Бочки. Бочки не бьются. Окей. Так, слышал, да, что-то там? О, вот это хорошо. Вот это хорошо. Так, слышишь, да, здесь где-то это? Походу дела. Здесь где-то, походу дела, этот. Аномалия. Так. Че, я сюда заходил, нет? Пусто. Я тебя слушаю. О. Так, чем могу помочь? Ничем. Понятно. Так. Сюда я заходил, здесь я лазил, да. Здесь я лазил, луки. Идем, короче, идем дальше. Дальше, куда нам, в принципе, нужно было. Выбираем ружье. Можно бегом. А, ну я уже на месте почти, да? Уже почти на месте. Здесь что-то радиация. Так, надо поаккуратнее быть. Может, здесь кто-нибудь. Мутанты какие. Ренегаты. Расчистить дорогу сгоревших хутор отменено. Да ладно, пускай они там сами разбираются, короче. Так, а почитать я могу, что там написано? КГПК с информацией о болотах, собранная следопытом чистого неба. Могу я почитать, что там написано, нет? Где оно? Эх, жаль, эх, жаль. Окей, так. А кому это надо отнести? Вернуть КПК. Вот сюда мне надо идти. Окей. Окей. Ну, давайте тогда, раз мы здесь рядом, давайте сходим, короче, за Велисом. Так, погоди. Ага, вот дырень. Там, короче, судя по ролику, там было, короче, какой-то этот... пещерка. Пещерка была. Там... Велис и гравий. Что это? Опасный уровень радиации, да ну нахер. Тихо, 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 тихо. Так, так, так. Антирадин. 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 Так. Ну я вот у этого моста. А, во! Во! Вот оно место. Погнали. Ну в ролике вроде здесь никого не было. А, его еще так достать надо, короче. Он так еще лежит здесь. Оп. Отлично. Так.
Детектор сканер нового поколения, разработан специально для обнаружения артефактов, расположенных которые, расположение которых показывается на специальном экране. Помимо этого оборудован счетчиком Гейгера и способен обнаружить аномалии. В закрытом состоянии регистрирует только наличие излучения и присутствие аномалии. Режим поиска артефактов включается поднятием индикатора табло на лицевой стороне прибора. Окей. Так, здесь гравий был. Там. Вон он. Удобная, кстати, да, штука будет. С этим, с дисплейчиком. Так, гравий, гравий, гравий. Что гравий нам дает? Плюс 20 килограмм. Окей. И плюс 3 радиации. У нас, в принципе, у нас минус 2 убирает всего лишь. Плохо, плохо. Ну ладно, будем просто его держать, короче, если мы там будем перегружены. На время будем его одевать. И все. Так. Теперь отправляемся к ИПК, да, отнести надо. Погнали. Погнали. КПК-ху. Так. Ой, забор. Как-то я тут прошел же, да, через забор. Это где-то дырка. Эй, дырка-то где? В смысле? В смысле? Так, ладно. Ну, я так далеко уйду. Чище радиация. Бляха, радиация. Знаю, где-то дырка там в заборе была. Я, наверное, пробежал ее уже. Тихо, нет. Вот она. Хорошо. Кажется, я ее не добежал. Смотри, уже закат. Уже закат. Бляха. Радиация. Уже закат. Растемнеет. Сколько времени? 8 часов. Скоро совсем темно будет. Совсем скоро темно будет. Наверное, опасно. Погоди. Как-то обойти? Что это такое? Слышал, да, гул такой, блин. Тихо-тихо, шорохи какие-то. Хо-хо-хо. Что-то кто-то воюет, что-то кто-то взрывает. Стрище. Было. Да ладно. Только можно бежать-то. Тут, кстати, трупы, смотри. Трупы сталкеров, кстати. Пусто. Уже обокрали. Уже обобрали. Везде успеют. А, тихо. А, да. Все правильно, да? Да. Привет, сталкер!
Здорово. Здорово, коль не шутишь. Так, окей. Где кто? Так, я вернул, что ты просил. Вернуть предмет КПК разведчика ЧН. Разведчика ЧН. Вот. Так, чем могу помочь? Все, да, больше ничем. Торговать, в принципе, можно, но мне тоже нечем торговать. Ладно. Так. Получить награду. У меня тут, смотри, награды получить уже, по-моему, несколько штук, да, в принципе. И можно, я думаю, отправиться и получить награду. Так, погоди, что здесь? Это я удачно зашел. Так, есть проводник-то здесь? Вот он побежал. Да уйди, концентрировать карту на задание. Не надо мне центрировать карту на задание. В смысле? И чё такой? Уйди. О. Куда ты побежал? Механизаторский двор. Так, и там проводник, кстати, есть на этом, на хуторе. Окей, погнали. Погнали к хутору, там проводники есть. Сейчас сгоняем. Заберем. Заберем какую там. Эту самую. Награду. Ого! Ого, это что такое? Кстати, я здесь не был. Ну-ка, где мы вылез? Хорошо прям. Тихо, 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 аккуратно. Тут уже кто-то, смотри, пытался. Это этот же, это этот, которому я отдал, короче, это. КПК. Ладно, заберу обратно. Ему она уже не пригодится. Так. Да ёпти мать. Сейчас и я буду так же, как и он. О, вывалилось. Вывалилось. Так, что это такое вывалилось? Ожог плюс один, радиация плюс один. Ну, такое. В принципе, его можно продать. Его, в принципе, можно продать. Так, мне главное, чтобы не проводник сдох. Опа. Америка, Европа. Так, хорошо. Адреналинчик. Ты что-то хотел? Да, сейчас подойду. Я здесь сейчас смотрю, может, что лежит интересное. Думаю, что ничего, сейчас на вышку еще залезу. О, не зря. Не зря. Хорошо. Что-то птицы так низко летают, думаю, сейчас что-то бабахнет. Тебе чего надо-то? Так, я пришел с тобой поговорить насчет того, что куда-то мне отвезти там. Кто ты можешь мне отвезти? Болото, чистая база, чисто небо. Давай. Давай. На базу чисто небо. Че так медленно? Я в присядку, я гуськом за ним шел. Так, ладно. Забрать. Наград. Вот молодец, шеф, хочешь поторговать? Так, что для меня есть? Флешка с данными. О. И 7200. Вот это темно. Так, есть что для меня? Все, да? Будешь так, поторговать. Заглядывай. Поторговать. Давай-ка я тебе сейчас продам. За 1600. А так 2. Короче, на 400 он меня киданул, да?
Ну окей, ладно, забери вот это тоже. Тогда. Так, у меня пистолет, погоди, я хотел посмотреть. 9 на 18. Это у нас 9 на 18, а это у нас 9 на 19. Поэтому давай его продадим. Продаем это все. И, ну и все. Вот так, и 9 косарей у нас есть. Так, теперь флешка. Флешка, хорошо. Мы идем с вами... Отдаем флешку. Уйди. Уйди. Учти, что у тебя там? Здорово. Так, здорово, как жизнь, Кулибин. Ну, вы это читали, видишь, да? У нас, да. Да как да. Обычно. Чиню оружие и костюмы. Так, я нашел. Ага, вот, еще 1125. Хорошо. Так, будет улучшить. Еще такая проблема. Подходи. Улучшить. Можно, кстати, починить помогу. Еще. Кстати, расценки не такие недорогие. Смотри, 24 рубля всего за починку. Фигня какая. А, вот это можно было продать, кстати. Если есть что починить, я учинить не буду. Сюда. Вот. Окей. Так, вы писали, кстати, в комментах, что определенная цепочка есть в совершенствовании. Надо смотреть. Судя по всему, это... Вот эти вот лампочки загораются. Так, что это? Модификация затвора, скорострельность. В первую очередь, короче, этот автомат, да, буду заделывать, короче, так. Скорострельность, ну, пока нет. Вот точность мне нужна, это точно. Точность мне нужна, это точно. Вот так. Прости. Так, ствол для установки нужны другие модификации. Погоди, а я вот установил модификацию, и что? Теперь дело за малым. Установить контроль над тропами, ведущими на болото. Они там что-то сами, короче, что-то захватывают. А я тут фигней страдаю. Так. Установка компенсатора газового поршня. Это отдача минус 30. Ну да, 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 отдача. Отдача. Судя по всему, надо флешки, короче, искать, чтобы. Потому что я что-то не понимаю. Видишь, он не открывается. Так, ладно. Там разберемся. Крепление подствольника. Нет, не надо, не хочу. Настильность. Настильность. Насадка увеличит длину ствола и, как следствие, начальную скорость пули. Угу, давай. У нас будет крутой калаш. У нас будет крутой калаш. Полимерный приклад. Замена приклада на полимерный уменьшает вес оружия. Хорошо. Да. Так. Увеличение магазина? Нет. Крепление опыта позволяет установить на оружие различные модификации. Ага. И глушитель. Да, это же глушитель. По замену можно придать один раз, поскольку... А, нет, это не глушитель. Это калибр меняется. Нет, калибр мы не будем менять. Вот, а чё, глушака нет? Странно. Странно, что глушителя нет. Ну ладно. Нет глушителя, значит нет глушителя. Ставим, короче, оптику. Вот. Поставили оптику. И давай еще немножко. Так, что у меня там по деньгам? Ага. И давай еще немножко мы с вами. Точность не стреляет дробью. Не стреляет дробью. А дроби, знаешь, постоянно много, да, появилось? Так-то. Я подумаю. Так, я подумаю. Ствола на облеченной стоимости. Так, вес хорошо. А, теперь вот эту у меня штуку не это. Да и хрен с нею. Так. Обычная резиновая накладка позволяет точно поднять длину. Стоимость. Отдача минус 30. Да. Отдача минус 20. Да. Надежность плюс 10. Да.
Все, у меня еще и крутое ружье вдобавок. И 1,5 косаря у нас осталось еще бухнуть. Окей, учти, что ты там спишь-то? Что ты там уже спишь? О! И ночка. Ночка уже. Так, ладно, друзья, у меня видос подходит к концу, поэтому давайте определимся, чем мы займемся с вами в следующей серии. Так, у меня, в принципе, тут все, да, из дополнительных. Значит, мы пойдем отразить контратаку противника, да, пойдем сюда, а дальше уже что там нам скажут и покажут. Вот. Так что, вот так вот. Где костер? Где костер? Столкнулись в подземельях агропрома, кровосос и контролер. Кровосос. Ну ты меня и напугал, чудовище. Костерчик. Контролер, ты на себя посмотри. Водочка. Тоже мне. Колбасочка. Прекрасный. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.